В Омске завершается строительство новой современной магистрали. Это дублер загруженного транспортом 70-летия октября. Он начинается от метромоста и связывает между собой улицу Третья Островская, бульвар Архитекторов и улицу Перелета. Масштабный проект поддержали федеральные власти. Дорога протяженностью почти 4 километра строится шириной от 2 до 6 полос. На сегодняшний день уже нижний слой почти закончен, осталось там порядка 500 метров. К верхнему слою подрядчик приступает к концу этой недели. И, в принципе, я думаю, что за месяц-полтора, ну, со всеми знаками, барьерными ограждениями, техническими, я имею в виду, ограждениями, будет закончен. Техническая готовность сегодня на объекте 80%. По контракту дорогу планировали сдать в декабре этого года, но подрядчик успевает завершить строительство к ноябрю. Начиная с 2019 года по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в области отремонтировали уже 68 объектов. Общая протяженность дорог как местного, так и регионального значения – 185 километров. Вообще зампред правительства поставил задачу национальный проект завершить раньше, если субъекты на это готовы. То есть мы планируем в 2023 году, если получится денежные средства перебрасывать из года в год, закончить на год раньше. На днях Министерство транспорта России поддержало предложение губернатора Александра Буркова о дополнительном финансировании ремонта дорог в регионе. Новый межбюджетный трансферт составит более 400 миллионов рублей. На эти деньги продолжат ремонт трассы Омск-Тара, дороги Новоселецк-Таврическая-Нововаршавка по территории Павлоградского и Нововаршавского районов, а также обновят дорогу на подъезде к райцентру Марьяновка. Евгений Нефанов, Андрей Кузьмин, Антенна 7.